Парень часто нарушает правила, иногда и законы. А это вот Владимир Кличко пришел поговорить с командой Чесоры. Разобраться. Да. Интересно. Вообще, конечно, редко, когда бою предшествует вот столько событий различных. Ну, видно, о чем-то договорились. Датсид сказал сейчас Владимир, как бы подвел итог беседы. Да. А, это Владимир пытается зайти в раздевалку к Чесоре, потому что вот здесь были официальные лица. Ну что тут происходит не то, Андрей? Проходит совещание. Обычно приходит супервайзер, приходит судья, они смотрят, там перчатки проверяют, все. А сейчас вот такая делегация пришла в раздевалку, причем пришел и младший брат, как представитель команды Кличко. Интересно, о чем говорят сейчас люди? Ведь это происходит перед самым поединком. Да, это идет лайв, мы с вами смотрим. Да, после коротких переговоров сейчас Владимир Кличко зашел в раздевалку. А, ну он проверяет перчатки. Имеет право. Насколько они соответствуют требованиям. Как представитель команды, как близкий человек чемпиона, который будет защищать свой титул. Ну да, потому что после вчерашней выходки хулиганской тут можно ожидать всего. Здесь надо быть на чеку. С такими парнями, как Чесора, любая мелочь может быть решающей. А это раздевалка Виталия. Вообще, перед боем, естественно, заходит супервайзер или рефери и также точно смотрит перчатки и как боксера трепируют, то есть заклеивают ему руки. И вот расписывается, вы видите, уже. Да? Но, тем не менее, почему-то Владимир настоял посмотреть перчатки еще раз. Ну, наверное, был повод какой-то. Возникли, все, наверное, возможно, какие-то подозрения, как надо этого было боксера, исключить. Который так поступил на взвешивание, ну, никто от него этого не ожидал. Ожидал ли этого он от себя, интересно? Еще раз скажу, это Мюнхен, Олимпиахалле. Дерек Чесора. Молитва перед выходом не помешает. Ну что же. Я очень надеюсь, что бой будет. Вы знаете, бой должен получиться один из самых интересных. Да, я вот тоже надеюсь. Который проводил Виталий в своей карьере, потому что наконец-то вот мы реально видим в его претенденте такую определенную угрозу, силу, определенную характер, угрозу, да, и человек, какую-то который интригу, может быть, слегка дурную, но тем не менее настоящую. А вот гость из-за океана, Майкл Баффер, друзья. Невидаемый, не стареющий Майкл Баффер. Дерек Билбо Чесора! Итак, смотрим выход Дерека Чесоры. Как его уже не любят в Германии, мы слышим. Уже свист и такой негатив. Все видели. Хотя английские болельщики, конечно, приехали, они здесь тоже есть. Но вы знаете, просто Чесора, он не самый, в общем-то, любимый, что ли, в Англии боксер. Тот же Дэвид Хей имеет гораздо больше своих почитателей, фан-клубов и прочего. Виталий, can you hear your time ticking away? Он все-таки не коренной англичанин, он родился в Зимбабве, потом уже приехал в Англию и здесь делал свою боксерскую карьеру. Ну, его можно назвать таким а-ля Тайсон. Среднего роста, накачанный, довольно-таки, ну, почти 110 килограмм. И ни разу не проигравший досрочно. Всего лишь, как мы сказали, два поражения, и причем очень спорный. Ну, одно точно не поражение.
Если в бою с Тайсоном Фьюри он все-таки проиграл, и где-то судьи дали там разницу 5-6 очков, с чем мы с вами тогда были согласны, Андрей, то, конечно, с Хелениусом бой он выиграл. Ну, и вот он, Дерек Чисора. Все-таки из всего пересказанного и увиденного до поединка мы можем только сказать одно, что ринг все покажет, как безусловно, всегда. Безусловно, но вы начали с того, что у вас есть ощущение, что бой будет интересным, красивым. Вы знаете, у меня тоже. Потому что многие пеняют братьям на то, что они проводят скучные бои. Но, во-первых, это во многом зависит от их соперников. Соперники ведь выходят и, почувствовав, что ничего не могут сделать, они сдаются как-то, сникают. Ну, а братья Кличко делают свое дело рационально. Тут ничего нельзя сказать. Знаете, в чем еще плюс? Плюс Чисоры в том, что он может проводить весь поединок в очень высоком темпе. Да. И вот с Хелениусом как раз, видите, это двухметровый спортсмен, и Чисора провел в очень высоком темпе свой поединок. И, на мой взгляд, здесь самое главное будет зависеть не от темпа на протяжении всего поединка, а от начала боя, от первых двух, трех или даже четырех раундов. Вы знаете, насколько, Андрей, насколько себе ярко заявит Чисора вот, да, именно в начале, а потом дальше будет видно. Согласен абсолютно. И вот ваши слова подтверждают то, что в интернете вчера было опубликовано такой, вы знаете, виртуальный бой был. Одна из компьютерных фирм сделала виртуальный бой. Заложили как бы все данные того и другого боксера. Рост, вес, манеру и прочее, прочее. И получилось, что... Я посмотрел этот ролик, очень интересно. И получилось, что во втором раунде Чисора послал ударом в печень в нокдаун Виталия. Но Виталий быстро оправился. В этом же раунде отправил в нокдаун Чисору. И спустя там несколько, сколько там, 10 или 15 секунд последовал уже нокаут. Так все дело вот в этой компьютерной версии. Все было очень красиво, очень динамично, очень интригующе. Это все закончилось... англичане или немцы? Это какая-то компьютерная фирма, я не буду сейчас... Наверное, оглашать. Английская, скорее всего. Нет, но закончилось все во втором раунде в пользу Виталия Кличко. А, значит, немецкая. Итак, давайте смотреть. Как всегда, колокол, на котором выбиты буквы Кличко. И выход чемпиона. Это всегда очень здорово, Чисора. Всегда очень красиво. Духазди Кличкос Белядит. Вот так вот. Да, такого еще не видел. Я понял, ты жертва Кличко. На самом деле, такого я еще не видел, что били колокола. Нет, это было уже. С Томашем Адамиком, ну... вспомните, вы комментировали. Но там было все в Кёльне. И тогда он поднимался по лестнице Кёльнского собора и тоже говорил по-немецки. Jetzt ist Zeit zu kämpfen. Ну вот, видите, да, как красочно оформлен выход в ринг. И фрагменты боев, Виталия. Да, не ставится страницы спортивной жизни Виталия. Время для следующего нокаута, сказал чемпион. Да, можно долго говорить о... Знаете, очень часто меня вот любители бокса спрашивают, а почему кто откровенно интересуется этим видом спорта, или кто лишь отчасти знает такой Кличко и пару раз увидев его в ринге, почему Кличко так низко опускает руки во время боя? Неужели он не боится? Но... Кстати, этого не делает абсолютно его брат. И практически ни один другой боксер. Так вот, супруга Виталия. Самое главное, это все-таки показатель. Это победа в бою. Неважно, как боксер держит руки, самое главное, что он побеждает. И побеждает очень ярко, откровенно. Послушайте зал, друзья. Послушайте зал. Вот это популярность, это любовь. Ну, а звучит любимая группа ICDC. Любимая группа Виталия Кличко. Да, настоящий праздник сейчас творится в Мюнхенском дворце спорта, в самом большом, самом красивом, который заполнен, повторяемся,
до последнего свободного места. Братья прекрасно понимают, вот всю... Опа, начинается. Да, вот, вот здесь, этот накал. Вот здесь уже Кличко готов. Здесь он не на взвешивании. Совершенно другое выражение лица. Там он не ожидал этого. Но Чесора опять пытается вывести его из себя. Посмотрите. Спрятав лицо за маской. Вот сейчас, когда они уже скинут халаты и вместе с рефери выйдут в центр ринга и должны будут пожать друг другу руки, посмотрев в глаза. Тренер понимает, что от своего подопечного можно ждать любой подлянки, поэтому встал между ними. Ну, Майкл Баффер получает какие-то указания, и сейчас будет все продолжено. Любым способом призывает к тишине зал. Да, любым способом Чесора пытается вывести из себя Виталия. Гимны, поэтому нужна тишина. Сейчас прозвучит гимн Украины. Так прозвучали гимны, вы видели, друзья, какие сосредоточенные, как настроены оба брата на этот поединок. А братья — это единое целое. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, willkommen, welcome to Olympiahalle, Munich, Germany. Приглашает всех в Олимпиахале. Ринг-анонсер Майкл Баффер. Посмотрите, какая толчья в ринге. И все это Чесора. Ему все мешают в ринге. Он рвется в бой. Еще раз скажу, 28 лет этому боксеру. Буквально за полтора года последний, даже меньше, за год, наверное, он взлетел на самый верх. И достиг, вот, в общем-то, пика пока своей карьеры. Удержится он или с позором скатится с вершины, это мы с вами сейчас посмотрим. Нам представляют боковых судей. Италия, Венгрия и главный рефери из Италии Гвидо Кавальери. И знаете, несмотря на то, что Чесора проиграл последний бой Хелениусу, все-таки он выходит на бой за звание чемпиона мира. Как, наверное, причем официальный претендент. Ну, вы знаете, потому что всех таких более-менее близких, да, по рейтингу. Да. Братья и уже побили, деле... а Чесора, он, по-моему, сейчас, если я не ошибаюсь, 15-й или 17-й в рейтинге бокс-река, да, например, всего лишь. Но именно он является сейчас действительно тем боксером, который хоть что-то, есть какие-то шансы противопоставить что-то Виталию Кличко. Вот, как я уже говорил, 17 боев, 15 побед, 9 нокаутов. Немного. Да вообще...
Немного, всего 17 боев на профессиональном ринге. Против 45 у его соперника. В 2007 году Чесора начал свою профессиональную карьеру. Ну а у Виталия все это было аж в 1996. 40 нокаутов из 45. Из 43 побед. Причем одно поражение из этих двух – это в бою против Льюиса, когда бой был остановлен из-за травмы, из-за рассечения, а до этого, после 6 раундов, со счетом 4-2 у судей вел именно Виталий. Доктор! И послушайте зал, друзья. Вам все понятно? Какая поддержка будет у чемпиона? Мне кажется, больше злости и негодования у Владимира. Он бы сейчас готов разорвать перчатки, и вышел в ринг. Чесора. Можно ждать сейчас в самом начале любых провокаций со стороны Чесоры. Надо быть дать чеку. Зря Чесора все-таки так вот как-то нагло говорил вначале в прессе, а потом вел себя так, на взвешивании, что он сделал. Он как-то против себя поставил весь... Посмотрите, что он сделал Владимиру Кличко. Да, вытерпел опять же Владимир, но сейчас... А сейчас... Это нам сразу не показали, представляете? А это было. Вот сейчас в записи нам дали. Буквально несколько секунд назад. Ну что за это надо делать с человеком, а? Да. Да, ну вы знаете... Желаки вот прям шевелятся. Все это превратило это шоу вообще какое-то в сверх, что ли. В войну в какую-то. Такого я уже давно не видел. Такую настоящую агрессию, да, слишком уж перегнул все планки Дерек Чесора, нагрубив откровенно и тому, и другому брату, младшему-то брату за что? Потому что он всего лишь брат, он же не выходит драться с ним в ринг. Итак. Ну давайте смотреть очень внимательно. Начало боя очень много покажет нам. Чесора, вы видите, работает корпусом, пытается подойти на свою удобную, естественно, ближнюю дистанцию. Виталию главное держать его, не подпускать близко. Потому что он может ударить, удар у него есть, и он может ударить в туловище очень даже не слабо. Этого надо опасаться обязательно. Вот насколько будет точна и насколько уверенно своей передней левой рукой будет действовать Виталий, от этого очень много зависит. Он заводит, посмотрите-ка, заводит с самого начала. Кличко, очень плохо. Он пытается вывести его сразу на самые активные действия, чтобы Кличко допустил ошибку. Но мы уже не раз говорили, уже много-много раз видели, что... Виталий все понимает. Виталий один из самых стабильных боксеров, супертяжеловесов за всю историю бокса. Он все реально понимает, все знает. И здесь для него главное доказать, что он самый сильный. И по возможности доказать это все ярко и вот очень красиво. Вот уже два раза он попал. Ну, опасный сейчас был правый боковой со стороны англичанина. Но он не дошел до цели. Ну, знаете, ну, так скользящий. Я вот вижу, мало... Нет, опасность есть, безусловно. Мало кто из оппонентов наносил такие удары. Это всего лишь начало поединка. Я сейчас, знаете, вспомнил бой с кубинцем Солисом, когда тот... В третьем, что ли, раунде, это да, был один из самых на тот момент сильных оппонентов. И Солис тоже вот так начал. Тоже вот так начал бой. И тогда так некоторая, знаете, так опасность почувствовалась, она как бы повисла в воздухе, но дальше этого дела не пошло. Хорошо изучил Кличко движение своего соперника. Он видит все эти очень опасные боковые с правой. И левая рука работает четко. Ну, вы знаете, несмотря на разницу в росте и практически минимальную разницу в весе, ну, 1 килограмм. Длина руки у Кличко намного больше. Я думаю, что сантиметров на 10, а то и 12-13.
Это говорит о том, что он спокойно может контролировать бой на удобной для себя дистанции, не подпуская 15 соперника. 15 сантиметров разница, Андрей. Сейчас посмотрим. 15 сантиметров. 13 в росте и 15 в длине рук. И несмотря на свой высокий рост, как правило, высокие спортсмены вообще и люди, они не такие уж и быстрые. А в скорости Кличко нисколько не уступает Чесоре. Даже, наверное, Чесора уступает Кличко. Закончен первый раунд. Интересно. Klappt wunderbar mit der linken von unten. Störsing. Der rechte Aufwärtshaken in die Mitte hoch. Das klappt. Und mit Sitz in der Sitz. Nicht mit Gewalt den rechten Crossschlag. Er muss nur schnell kommen. Hast du ein paar Mal gut erwischt. Aufpassen auf seine lange Hand. Immer wieder weg sein. Мы смотрим замедленный повтор моментов первого раунда. Вот этот боковой удар, да, он опасный, шальной такой. И он отработан, в общем-то. Конечно. Вы знаете, за тот короткий промежуток времени, когда боксеры договорились о бое, конечно же, сложно было изучить друг друга. Скорее всего, сложнее было изучить Кличко Чесору, потому что он его практически-то и не знал. На тот момент. А знаете, что заявил? Извините, Андрей. А вот как раз Чесора знал Кличко давно. Чесора заявил, что я не смотрел ни одного боя Кличко. Мне это не надо. Официально он заявил, это пресса. Мне не надо. Я знаю, что они ничего не умеют. Они ничего в ринге не делают. Все сделаю я. Да. Тем более интрига еще больше. Нет, но я думаю, что это бравада. Конечно, смотрел. Чем-то Чесора напоминает молодого Фрейзера. Ну, это большой аванс вы ему дали. Так, такие же движения вот руками, посмотрите. Да, как-то он так вот нестандартно держит руки, защищаясь локтями и подныривая, постоянно подныривая под боковые удары, даже под прямые соперника. Ну, Юрки довольно-таки, Юрки малый. Юрки. Знаете, да нет, но все это мы он почему-то, перед всем миром поставил себя таким нехорошим мальчиком, что ли. Да, плохим мальчиком. Плохим да. мальчиком, но это да. амплуа, и он как бы отвернул от себя 90, там, даже 95% любителей бокса, надеясь на победу в этом бою. Правильно, Андрей, но это тоже известность, понимаете? Скандал. Это пиар. И Чесора это понимает прекрасно. Это, знаете, на самом деле неплохой пиар, но самое-то главное, как этот пиар будет выглядеть после боя. Самое главное, что боя. Будет вот здесь, в ринге. Поэтому давайте смотреть внимательно. Ну, пока еще не было точных ударов. Ну вот, мы уже видим, да, примерно, что хочет сделать Чесора. Подойти на ближнюю дистанцию и либо боковым таким размашистым ударом. У него это получается, посмотрите-ка. Время от времени получается, но удар пока еще не ложится в цель. Он избрал такую технику или тактику, похожую на Фрейзера. И каким-то образом, вероятно, просчитали тренеры или он сам. Андрей, что... а что ему еще делать? Он уступает габариты в длине рук 15 Фрейзер сантиметров. Фрейзер мог уже подходить к Мохаммеду Али. Все-таки мог подходить. И удачно причем. Ну, но давайте вспомним, как Тайсон подходил к любым своим соперникам. Ну, вот да, сейчас пропускает Чесора удар. Как радуются и зрители одному удару. Кличко, посмотрите. Там какая-то болельщица с флагами в руках. Посмотрите, неистовствует просто. С украинскими, причем, флажками. Подходит к концу второй раунд. Преимущество Кличко начинает сказываться. Так очень методично Кличко обрабатывает своего соперника. Вот, знаете, удивительно то, что он не стал спешить вообще. Вообще не стал спешить в начале этого боя, четко показав себя. Ну, этот раунд уже поярче был в исполнении чемпиона. Ab. Du stehst ein bisschen tiefer stehen, dass ein bisschen mehr Druck in der rechten Hand drin ist.
hast du ein paar Mal so gut getroffen. Linke von unten klappt wunderbar. Schön zurück, vorbeischlagen und dann die rechte raufdrücken. Richtig von reinziehen. Beziehungsweise den rechten aufwärts haben. Tempo ist okay. Du musst ein bisschen rausnehmen, musst dir so ein hohes Tempo mitgehen. Lass ihn sich leer tun. Mund auf. Immer wieder bewegen, provozieren, weg sein, dass er vorbeischlägt und dann konterst du. Nicht mit und gar nicht raufrennen. Er kommt, er macht das Tempo. Fritz Дунель дает какие-то указания. Всегда есть что сказать подопечному. И мы сейчас с вами будем смотреть третий раунд. Und die linke trifft von unten wunderbar. Rechte Kreuz auch. Und jetzt mal genau in der Mitte hochziehen, in der Mitte. Die ansetzen, dass er genau hinkommt. Okay? Так, третий раунд. Начался. Ну, на мой взгляд, первые два раунда прошли с минимальным, с очень минимальным преимуществом украинского боксера. Нет, ну на повторах было видно, там две хорошие атаки летали. Ну, вот буквально две. Неплохо махал Чесора кулаками, но... Ну, именно махал, до цели они доходили. Пока. Будем надеяться, что они дойдут. Ну, не открылся еще ни тот, ни другой боксер. Все самое главное, они выложили где-то ближе к середине, я вижу. Но очень важно, что вот этот гнев, ярость не застила глаза Виталию. Ну а и все-таки после таких заявлений выдерживает тот рисунок, который... спортсмена, он не должен ударить грязь лицом в самом начале, поэтому он неплохо. Он решил, видно, выдержать небольшую паузу, а потом уже начинать. Ну, немножко все-таки привыкнув к сопернику. Нет, Виталий все время так делает. Он никогда не начинает галопом. Он где-то неплохо, а то и правый апперкот. Он держит соперника на своей передней руке, причем довольно мощной. Разбивает методично вот джебом его защиту, а потом приступает к главным действиям. Наверное, все это мы увидим и сейчас. Сейчас Чесора, как и все предыдущие оппоненты Кличко, натыкаются на непроходимую стену. И вот это начнет его сейчас заводить. Он начнет терять сейчас самообладание. Тратить силы. И тратить силы. И делать ошибки. Самое главное, ну, немножко забегая вперед, самое главное, он должен сделать так, чтобы не выглядеть как бы жалким уже в окончание боя. Боксер, который ничего не может сделать. Вот просто ничего. Так ярко заявив до боя о своей победе. Ну, все они такие. Почти все оппоненты. Здорово. Ну, по большому счету, они ничего не теряют, только приобретают. Даже вот с такими скандалами. Ну, посмотрите, какой интерес поднял к этому бою Чесора, да? Какой гнев вызвал на себя. Гнев, вот именно. Ну, его после этого долго еще будут помнить. А и деньги он получит, очень, я вам скажу, приличные. А это ли не главный для него итог? Он не получит таких денег никогда, наверное, в жизни больше. Даже если станет когда-нибудь чемпионом мира. Закончился раунд. Махнул сейчас мимо англичанин. И вот знаете, вот эти его попытки неудачных атак, которые уже одна на другую начинают накладываться, должны как-то на него действовать уже в психологическом плане. Должны начать. Ну, давайте смотреть. Снизу прекрасный удар. Вот этот точный удар. Наверное, пока самый точный. Вот в той компьютерной игре, про которую я говорил, в той инсталляции, вы знаете, вот этот удар и привел к первому нокдауну. Но здесь Чесора устоял в реальном бою. Ну, вероятно, Чесора посмотрел эту компьютерную графику и был готов к нанесению этого опасного удара. Давайте послушаем. Владимир, что ты говорит? Immer wieder provozieren, dass er reinkommt, dass du ihn abfangen kannst. Mit dem Aufwärtshaken. Es klappt hundertprozentig. Richtig verstehen. Ну, все спокойно, посмотри. Абсолютно спокойно. Никакого напряга. Четвертый раунд.
Мне кажется, если не в этом, то в следующем раунде Кличко пойдет вперед. Он начнет давить. Как он всегда это делает уже в последних раундах. Ну да, где-то после четвертого-пятого раунда он начинает. Да, он еще немного все-таки удержит свою дистанцию. Длинным джебом. Встречая правой прямой, правой снизу. Ему, ну, самое главное, как всегда, остановить соперника, остановить его, как бы приучить тому, что боксер натыкается на все его каждый раз удары, а потом как уже стену лбом, да. Потом уже искать место, искать тот удар, ту комбинацию, тот прием, который разрушит всю защиту соперника и, возможно, отправит его в нокаут. Чесора, конечно, терпеливый парень, физически сильный, но уже пропускал довольно много. Да, пусть эти удары не самые сильные или самые точные, тем не менее, Кличко ведет. Да, ведет же. Нет, и действительно уже много ударов пропустил Чесора, вы знаете, это же будет сказываться. Вот, правый, все-таки правый снизу, очень неплохой, и я слышал в перерыве Владимира. Брат подсказал ему. Покажи левый. Да, покажи левый, я атакую право снизу. Совершенно правильно. Потому что боксер ниже ростом, он очень часто приседает, наклоняется вниз. Вот видите, на первое же движение он прямо опускается вниз. И здесь нужно таким полубоковым, полуснизу, прям как косой его доставать именно вот в подбородок. Да. Точный правый прямой. Да, попытка Чесоры была атаковать опять боковым ударом. Ничего не вышло. Да, все плотнее и плотнее действует Виталий, несмотря на то, что он отступает. Как-то выбрал для себя такую территорию около середины ринга. Отчаянно пытался атаковать Чесора под конец раунда. И очень отчаянно кричали его секунданты. Но все прошло гладко для украинца. И вот еще один удар точно ложится в цель. Еще один хороший раунд в исполнении чемпиона мы с вами посмотрели. Wieder die linke von unten bringen, ihn leerlaufen lassen. Hast du gesehen, den linken Haken hast du weggehen lassen und sofort drüber gehauen. Du musst noch ein bisschen tiefer stehen, dann hast du noch mehr Druck drin. Und nicht reintreten wollen mit der rechten Hand, dass du fest auf dem Bein stehst. Вот вы видите момент, когда Чесора на прыжке пытался атаковать. Тут же получил правый навстречу. И еще одна попытка. И снова Виталий был на высоте. Ну, назрела ситуация, на самом деле. Ну, сейчас что-то начнет происходить. Посмотрите на Чесору, куда делась вся его бравада. Кличко выдержал вот эти раунды, именно ту свою тактику, которую должен был выдержать. Не знаю, пойдет ли он вперед и будет ли более активен или откровенен в бою. Но Чесоре ничего не остается, как кинуться вперед. Потому что он проиграл 4 раунда, и что ему делать? Ему нужно идти, по крайней мере, те 4 раунда опять же снова выиграть. И дальше уже пойдут чемпионские раунды. Ну как это сделать, как их выиграть, Андрей? И вот тут Кличко должен поймать своего соперника на сильный удар. Все чаще и чаще удары приходится, пусть даже и в защиту, тем не менее, в супертяжелом весе это очень тяжелый потом удар. Потом Виталий очень четко чувствует вот тот момент, ту грань, когда соперник, как бы, знаете, как яблоко созревшее, готовое упасть уже с ветки. И вот тут-то он и ставит, как правило, точку. На пределе отчаяния сейчас работает Чесора. Come on, man,
Да, он стал намного медленнее, посмотрите. Конечно. Если он в первом-втором раунде махал такими опасными ударами, и то, которые Кличко видел и успевал уходить, то да, сейчас или удары плечо подставить, а сейчас, Чесоры да. стали еще более медленные. Виталий контролирует весь бой, даже кажется, не поднимая руки скоро вверх. Скоро должно начаться жестокое избиение. Изматывает передвижениями Кличко соперника. Знаете, он вот такой манерой ведения боя ставит в тупик соперника. Причем все же знают. Вроде эту бы манеру. Ничего не делает. И тем не менее соперник проигрывает. И все его оппоненты знают это прекрасно. Из, как бы изучив до боя. Да, и как да, бы громко-громко накричав примерно того же, что и предыдущие его соперники. И в итоге получается примерно одно и то же. Да, в эту же ловушку. Ну вот мы слышим, уже зал скандирует. Сейчас зал уже приглашает Кличко пойти вперед. Все понимают, как мы, как наши телезрители, что назревает сейчас самое интересное в бою. Ну, обычно Кличко начинает где-то уже после середины поединка свои осталось. Активные действия. Осталось немного, на самом деле. Это зависит не от количества проведенных минут или раундов. Кидается отчаянно, Чесоры кидается вперед. От того, насколько боксер будет готов. Готов к избиению. Кличко очень четко это чувствует. Закончился пятый раунд. Великолепный план показывают нам немецкие телевизионщики. Угол Чесоры, давайте посмотрим. Дон Чарльз пытается все-таки внести коррективы в действия своего подопечного. Насколько это возможно? А мы смотрим повторы. Вот эти попытки атаковать Чесоры каждый раз. А вот здесь прошел. Ну, правда, смазанный удар был такой. Нечеткий, но надо быть начеку. Ну, опасный. Опасный, опасный, безусловно. Вы знаете еще, что меня всегда покоряет? Вот Виталий особенно. Все-таки 40 лет человек. Да. Он выходит на бои всегда в предельной форме. Вот, особенно после перерыва, после того, как он вернулся, да? Стал лучше. Почти 4 года. Многие это отметили, он стал мы лучше. Сами тоже. Да, 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 да. Все так эта форма, этот пик не проходит уже какое время? Уже долго-долго-долго. Да. И чемпионский титул удерживается. Нет, ну какой высокий профессионализм, да, что с любым соперником он выходит всегда в максимальной, наилучшей форме. Не бывает такого, чтобы он был ну, чуть-чуть не готов к бою, что-то не так. Знаете, это и славянский талант, и, наверное, немецкая стабильность, и отчасти американская фантазия. Здесь все вместе. Получилось, в идеале получилось то, что мы видим. Осторожнее, осторожнее. Вот эти удары. Уже увесистый, тут и другой спортсмен атакует. Ага. Надо останавливать Чесору. Не надо ему давать вот возможность почувствовать какую-то, понимаете? Ну, Кличко пытается все-таки сделать так, чтобы Чесора намахался. И вот, наконец-то, Чесора пошел уже вперед не просто так вот, как бы шаг за шагом, подходя без ударов, а уже хорошо, сейчас более и более он, ну, много стал атаковать. Ну, вот, естественно, он тратит силы. Так, на встречных курсах пошел более-менее. Но все равно Чесора, понимаете, он-то парень, как говорится, такой духовитый. Ему нельзя вот давать возможности почувствовать. Разойтись. Что, разойтись, что он что-то может. Его нужно постоянно останавливать. Да. Что и умеет делать Кличко. Вот сейчас обменялись боксеры ударами. Ну, знаете, плюс Кличко в том, что несмотря на свой высокий рост и вроде бы ему подчас неудобно в какой-то ситуации находиться, он умеет завязать соперника. Причем не клинчем, а каким-то таким
неловким для соперника движением, плечом, рукой или подчас неожиданно уйти за плечо. Соперник снова тратит силы, снова разворачивается, подходит и не может никак поймать свою дистанцию и нанести уже точный акцентированный удар. Нет, реакция, чувствительность у Виталия, конечно, очень высокие. Потому что вот эти опущенные руки, работа вторым номером, при этом необходимы вот эти качества, просто необходимы. Знаете, у него развито не только чувство дистанции, а очень хорошо развито игровое мышление. Он предугадывает интеллект, за какую-то секунду или две, что произойдет сейчас. И поэтому он не перестает повторять, что бокс – это сродни шахматам. Я почему-то уверен, что Виталий занимается не только боксом, но и разными видами спорта. И, наверное, прекрасно играет в баскетбол, футбол и все остальные. По-другому не станешь таким координированным, очень сильным спортсменом, бойцом. You're in this fight, yeah? But you're letting him control the pace, which is exactly what we don't want. Yeah? Are you listening to me? You need to put calculated pressure, like we said, on this guy. Zeigen kannst und schnell zurück und dann sofort die rechte rein. Das Oberzeigen oder sowas, aber tiefer ansetzen, nicht dass du oben drüber schießt. Und fest stehen bleiben. Verstehst du? Половина боя за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета позади. Виталий Кличко отстаивает свой пояс чемпиона в бою против англичанина Дерека Чисоры. Бой проходит с преимуществом чемпиона. Мы видим угол претендента. Тяжело ему приходится. Шансы, конечно, еще остаются. Он попытается, я уверен, использовать их максимально. Но этих шансов становится все меньше, меньше и меньше с каждым раундом. Ну что же, пока. Претендент идет вперед, яростно, отчаянно. Ему, собственно, уже ничего не остается делать. Пока претендент ответил легкими тумаками половине этого поединка за сказанные слова и... За те оскорбления, неправильные действия, нанес, те оскорбления, да, себе и брату Владимиру. Дальше будет только по нарастающей, я уверен, потому что, несмотря на всю свою сдержанность, Кличко все-таки великий как спокойно, боец. Посмотрите, он отражает сейчас боковые великий удары, боец, да? И у него, как у любого человека, есть человеческая злость. Он помнит, и он отомстит все равно. Да, но надо держать себя в узде. Да, но, как мы уже говорили, Чисора отличается тем, что он может целый бой проводить в высоком темпе, что он сейчас и пытается делать. Знаете, уже давным-давно другого бы спортсмена Кличко остановил. А этот боксер идет и идет вперед. Натыкаясь на удары, пропуская подчас такой средней тяжести панч, тем не менее, он идет. И, в общем-то, угрожает. Угрожает, но ему тяжелее, все тяжелее становится. Хотя пока вероятность удара еще сохраняется. Но мне понравилось, как вот в начале этого раунда, когда Чисора вот такую яростную атаку пошел, как спокойно и четко закрывался от боковых ударов Виталий, да? Он даже не смотрел, как бы смотрел в другую сторону. Особенно в начале боя меня удивило. И поднимал руку все время к голове, то правую, то левую. И такой четкий блок получался. Вот пошел вперед, посмотрите, впервые, наверное, пошел вперед Кличко. Я только подумал о том, что пора ему что-то уже предпринимать. Да, бесспорно он побеждает, но это слишком пассивная такая победа. И, наверное, соперник почти готов к тому, что Кличко будет делать более что-то такое динамичное и действенное. Ну вот, такие первые, пока еще не сильные атаки или контратаки чемпиона. Такие небольшие серии выдал чемпион, да. Все-таки привыкли оба боксера к этому бою, да. Я реально вижу. Вот сейчас неплохо. Еще раз. Попал.
Я реально вижу, что Кличко может достать руки, своего бегали. Соперника, и причем достать сильным ударом, что он сейчас и ну, вот начинается, делает. Мне кажется. Да, пришло время. А дело подходит к восьмому раунду, о котором так много раунда. Говорил Чесора, что в восьмом все закончится в его пользу. Сейчас секунданты должны напомнить ему, помнишь, ты говорил это. That's Enrique Ojeda, that's the Meg. Bitte, jetzt konzentriert sein. Kiefer stehen, Schritt zurück. Хороший раунд провел чемпион, несмотря на яростные атаки Чесоры в самом начале. Он сумел с середины раунда снова. Вот вы видите эту атаку претендента. Но в середине, с середины раунда Кличко сумел поставить опять соперника на место. Провел несколько очень впечатляющих таких атак. Два раза правый прямой, вот вы видите его, ложился в цель. И снова. Да. Пусть удар это был без замаха, но очень точный. Ну что, восьмой раунд. Чесора обещал нокаут. 110,5 килограмм. Чесора обещал нокаут в этом раунде. Посмотрим. Ну, по крайней мере, так насолив чемпиону за день до боя и его брату перед самим поединком. Посмотрите, посмотрите, вот он. Он должен ответить за свои действия и те слова, которые он сказал. Знаете, наверное, окончание этого боя будет чем-то отличаться от тех предыдущих боев, когда подчас здорово. Соперники сами сдавались, и все. Кличко здесь должен поставить какую-то такую твердую точку или большой восклицательный знак. Не, ну уже много пропущенных ударов Чесоры, да? Сколько он их будет терпеть? Ведь все это накапливается. Какая бы крепкая ни была, голова и челюсть все-таки предел всегда есть. Да, но сильных ударов пока таких страшных сил он еще не пропускал. Поэтому но если был бы удар страшной силы, он бы упал. Он уже лежал давно. Так вот, он еще не пропускал, и по большому счету терпеть-то, ну, конечно, было чего, но эти удары можно вытерпеть. Но их много. Ага, ну, вот обменялись. Знаете, несмотря на то, что Чесора намного ниже ростом, руки-то у него длинные. Или он так нет, грамотно ну, подходит с вами. Сопернику, что... Он подходит, он умеет подходить. Ну, а иначе бы ему нечего было делать вообще. Он вспомнил, что в восьмом раунде он обещал нокаут. И знаете, наверное, этот раунд он побеждает. Ну, пока еще больше минуты. Да, еще больше минуты до конца восьмого раунда. Немножко отпустил Виталий. Ну, вот сейчас неплохо. Концовочку надо эту минуту выдать. И зал поддерживает Виталия. Но, вы знаете, хороший бой получился, да? Ну, да. 7 раундов бесспорно Кличко выиграл. 8 раунд спорный. Даже, наверное, Чесора, он намного активнее, во-первых. И, наверное, ударов-то он нанес больше, по крайней мере, в защиту соперника. ...25 секунд до конца 8-го раунда. Мне представляется, что претендент уже не сможет нокаутировать чемпиона, как он обещал до боя. И бой продлится дальше. Там-то ему будет посложнее. Он очень немало сил оставил в этом раунде. Да. А он и так выглядел по чуть более уставшим, чем... По крайней мере, в перерыве до начала восьмого раунда он, в общем-то, выглядел не очень весело. Ну вот, давайте, показывают угол англичанина. Посмотрим, что здесь. Feststehen und die rechte schöne Einhauen. Hast du rechten Cross wunderbar gebracht gehabt. Tiefer stehen.
Но не сломлен, не сломлен Чесора. Такое впечатление, как будто он чего-то задумал. Знаете, вот... Затаился перед последним как прыжком. Он да? не выглядит таким потухшим, да? Да нет, нет, потухшим он не выглядит. Что-то в нем такое еще вот живет, горит. Надежда, может быть, какой-то замысел. Потому что чего-то он еще обещал до боя сделать что-то, какие-то грязные штучки, такие неожиданные приемы. Ну, он не говорил, что он их будет делать. Но ожидать их от него можно. Да, 4 раунда, 2 трети поединка позади. Вы знаете, аккуратнее, аккуратнее я надо вот сейчас как бы заметил, проанализировав то, что мы смотрим. И себя лично, наверное, впервые я так болею за Кличко. Вот впервые за все его бои, сколько я их видел. Но вы знаете, надо Кличко вот сейчас уже несколько чего-то такого неожиданного ожидая от его соперника. Ну, соперник кое-что показал, этого нельзя отрицать. Но вот Виталию надо уже приступать, последние раунды сейчас пойдут, надо приступать к более решительным действиям, потому что просто выиграть этот бой, это можно сделать очень мало. Надо этого человека, конечно, наказать за все, что он сделал до того. Вы правильно сказали, наверное, не боксеру, а человеку, потому что... Ну, боксеры крайне редко поступают, настоящие боксеры, а вот люди все разные, по сути своей, и нужно отвечать за свои поступки. Безусловно. Плохой, правый прямой. Ну, пока еще не вкладывается все-таки Виталий в этот свой самый страшный удар. Такой правый, как бы сверху вниз. Это то ли берегет силы, то ли остерегается. Куда-то, да? Нет, он бьет, вниз, он старается бить в челюсть, но, как говорится, удар может прилететь в разную часть головы. Просто он всегда, так как он выше ростом, всегда бьет сверху вниз. Сверху вниз, да. Но сейчас я заметил, он не так откровенно наносит этот удар. Может быть, еще экономит силы, может быть, остерегается, потому что любой откровенно нанесенный удар, он несет за собой, ты теряешь контроль. Но в этом раунде Виталий взял, конечно, абсолютный реванш за ту предыдущую трехминутку. Ага, еще один не сильный. Такой правый удар, как джеб примерно, наносит. Почему не передний, а сильнейшей рукой? Ну... Прав был Владимир. Потому что нужно он чаще атаковать. Не двойкой, а прямо сразу да. справа. Нужно чаще атаковать все-таки таким полупрямым, полу снизу полубоковым. Таким косым ударом. Всегда нагибается. Чесорок всегда нагибается вниз, немножко уходя в сторону. Поэтому вот полубоковой, полуснизу такого вот, он как раз прилетит именно туда, куда нужно, если его чаще наносить. Да, но здесь нет пока такого разочарования. Теплица надежда в углу Чесоры. Но у него осталась только досрочная победа, других шансов нет. Но очень хочется, чтобы Виталий одержал досрочную победу. Вот да. Что дело. По крайней мере, мне бы лично хотелось, чтобы он показал более яркий, откровенный бой и показал себе, сопернику и всем остальным, что он мог или что он может сделать с тем бойцом, человеком, который так насолил ему до боя. Да, пожалуй, ну,
не только... Но выносливый Чесора, конечно, держит хорошо удары. Не падал еще в своей недолгой карьере. Не только мы с вами, Борис, но, наверное, и все зрители в зале, и телезрители около телеэкранов уже немножко заждались того чего-то более яркого, что ну, может где-то сделать чемпион. Начало, вы знаете, где-то 4, 5, 6 раунды я уже видел, что вот-вот-вот должно начаться избиение. Но потом как-то вот отпустил он чуть-чуть соперника. А знаете, почему отпустил? Он никак не может остановиться. Вот, он постоянно отступает. Но он этого обычно манера, он удерживает... Андрей. Нет, он удерживает боксера. Он удерживает, но все время двигается. Да, рано или поздно назад, он останавливается, да, удерживает джебом. А потом вообще... Вот попал. Сейчас... Клинчи спасается англичанин. Все-таки Кличко пора уже удержать середину ринга. Так будет легче боксировать. Держа соперника на длинной руке, не отступая. Соперник сразу же начнет уставать. Мы уже отметили то, что Чесора может в очень высоком темпе проводить все 12 раундов. Но если у тебя ничего не получается, и ты пропускаешь удары, то рано или поздно силы заканчиваются. И ты открываешься. Твой соперник находит брешь в обороне. И тебе становится очень-очень хорошо. Вот выражение англичанина сейчас уже изменилось. Он усталость открыл рот. Да, он начал дышать ртом. Усталость накопилась. Тяжело. Тяжело. И в таком состоянии ему очень сложно будет закончить бой досрочно. А ведь осталось чуть-чуть больше 2 раундов. Впереди нас ждут чемпионские раунды. И здорово, еще один правый. Виталий. Точный удар, правый прямой. Да, был шанс пойти вперед. Почему Кличко его не использовал? Соперник стоял практически спиной к нему. Да. Но, вы знаете, я вспоминаю предыдущие бои. Все-таки яркий бой получается по сравнению с другими. Такой до сих пор какая-то вот, знаете, что-то висит такое очень... Такое тяжелое, еще не разрешенное над рингом. Я вспоминаю последний бой Виталия, да, против Томаша Адамика, который, конечно, я бы сказал так, уступает Чесоре. Так хорошо. Конечно. Я вообще думаю, что Чесоре один из самых сильных оппонентов Кличко за последнее время. Не считая Ленокса Льюиса, наверное, может быть, за всю карьеру, да. Ну да, вот давайте вспомним. Ореола, Кевин Джонсон, Альберт Сосновский, Шеннон Брикс, Солис, который, в общем-то, ну, там, можно сказать, во втором раунде бой не состоялся фактически. После первого раунда все закончилось. И Томаш Адамик. Да-да, Чесора в этом ряду выглядит едва ли не лучшим. Да, чемпионские раунды нас ждут впереди. Знаете, но вы знаете, Андрей, извините, я вас перебью. Если бой пройдет всю дистанцию и Виталий выиграет по очкам, то Чесора наберет весты как боксер. То есть в его карьере он будет считаться опять-таки одним из таких претендентов. Опять-таки самых стабильных да, оппонентов для самых сильных боксеров. Ну, может быть и так, можно и так сказать. Но он не выпадет из этой обоймы, о которой мы говорили, куда входит Хелениус, этот самый... То есть конкуренция Тайсон за второе, Фьюри, третье место будет продолжаться. Да. Он останется в обойме. А это для него очень важно, потому что это будут бои, это будут деньги. Ага. Был удар в затылок. Да.
Рефери сделал замечание. Что же, полтора вот раунда здорово. До конца боя. Снова попадает Виталий. Нет, ну, сомнений, конечно, в том, что чемпион выигрывает, причем с большим преимуществом ни у кого нет. Я бы максимум отдал всего лишь раунд Чесори. Да, Чесори. Из всех уже практически 11 проведенных трех минуток. Но, это именно тот восьмой, да, который. Наверное, да. Но Кличко, все-таки Кличко осторожничает. Осторожничает сейчас, когда бой заканчивается. Осталось чуть-чуть, уже немного до конца, 4 минуты всего. Можно как-то ярче и более откровенно атаковать или контратаковать. Ну, вы знаете, соперник раскрылся, понимаете? Андрей, ну, он в ринге, он чувствует соперника. Видимо, он чувствует какую-то еще опасность, которая от того Ну, стоит. Наверное, больше ответственность со не выиграть так... нокаутами, доказать всем, а не проиграть. Правильно же? Да, безусловно. Случайно не проиграть. Вот в том-то и дело. Да, концовка предпоследнего раунда. И все-таки я, как и все, в ожидании чего-то более такого, ну что ли, яркого, значимого. Ну, очень хочется, конечно, вот такого жесткого ответа Чемберлена, да? Да, ну, как мы уже говорили до этого, все-таки, наверное, Чесора за все это долгое время дал самый сложный оппонент для Виталия Кличко. И, наверное, да, вот слышите, да? Ты идешь за титул WBC, давай вперед! Что на кону, да? Какой титул? Ну, совершенно правильно говорят секунданты. Сейчас но уже нет смысла верят. Объяснять, каким правой и левой рукой атаковать. Сейчас просто нужно объяснить боксеру сделать то, что он может сделать по максимуму. Ну, то есть, последний шанс. Но я не думаю, что этот шанс настолько уж действительно существует. Ну, а Сдунок, тренер Кличко, нисколько не пытается поторопить своего подопечного. Для него главное – это победа. Мне, знаете, очень интересно, если сейчас вот все не закончится досрочно, мне очень интересно, как проведет себя Чесора после гонга. Мне тоже. Я хотел об этом сказать, вы меня опередили. Да, как же он будет извиняться? Да нет, он может еще нахамить, он может еще что-то успеть. Может, да. Ну, надо же поддерживать свою репутацию, понимаете, вот такого плохого мальчика. Ну, знаете, после 12 проведенных раундов, причем получив так изрядно тумаков, по своей голове и туловищу, можно просто-напросто поменять мировоззрение, буквально закончив эмоции. Весь негатив может просто закончиться и все. Посмотрите, у него есть еще. Да, он старается. И вот как раз здесь и выходят все негативные эмоции. Ну а после окончание боя появляется только уважение к своему сопернику. Ну, я не думаю, что после окончания этого боя у Виталия будет большое уважение к Чесори. Откуда да, ему взяться? Как правило, после того, что у победителя да, уважение бесспорно к сопернику есть, но он считает себя победителем, поэтому чемпионом, поэтому здесь гордыня как бы немножко превышает именно вот это уважение. Нет, ну я понимаю, вот уважение после боя с Льюисом, да, которое они оба испытывали после того боя и не скрывали, они сейчас, в общем-то, дружеских отношений. Да, но как говорится, после того прошло хамства, которое Чесора допустил, какое к нему может быть уважение? Ведь и Владимир, и Виталий говорят, что Хею после того, что тот творил, тоже после боя не пылали никаким уважением. Причем это все было сделано так откровенно и на весь мир. Это показали все СМИ, наверное, всех стран.
все это видели, все это реально осудили и увидели результат. А результат не изменяется уже долго-долгое время. Пояс остается у пояса WBC, остается только у одного человека, Виталия Кличко. И уже сложно подсчитать все защиты, все официальные защиты чемпионские украинца. С 11 октября 2008 года. Ну, собственно, танцовка. Он его сдал добровольно, а потом снова вернул. Ого! Бой окончен. Ну что же. Владимир вышел, поздравляю. Точно так же, брата. Смотрите-ка, англичане обнимают своего подопечного, пытаются поднимать ему руки, но они рады и довольны. Они рады, что он выстоял, конечно. Что он выстоял, естественно. Виталий недоволен. Виталий недоволен, что не смог нокаутировать. Немножко успокаивают его друзья и тренеры. Смотрите, пытается. Да, как бы снова. Ну да, но он же фактически плюнул в лицо Владимиру. За это тоже надо ответить. Перед началом мы видели. Ну, сейчас было бы глупо со стороны Чесоры что такое говорить или что такое делать. Вот он. На мой подошел. Взгляд, Чесора должен был подойти первым. Но он и подошел. Вот он пришел сюда в угол. И извиниться перед чемпионом. Ну, скажем так, не самая яркая, но очень убедительная победа чемпиона. Но против опасного соперника. Очень опасного. И устал Виталий, посмотрите. Интересно. Много сил отдано. Хотя бы в одном раунде судьи дадут победу англичанину. Ну, может или быть, нет? В одном. Да, максимум один. Ну, сейчас мы узнаем. Может быть, это еще один раунд, но максимум два, не больше. 119-111. Сейчас мы все услышим. Я не могу поверить, что так говорит Виталий, что он мог, что он был способен на такое. А вот он подошел и пытается как-то оправдаться. Ну, здесь ругаться со стороны англичанина уже бессмысленно и глупо. Нет, но он должен как-то объяснить, что он сделал перед началом. Когда набрал или рот, объяснить, воды, выпустил, почему выпустил не смог лицо, выиграть и нокаутировать своего соперника. Ну, об этом восьмом. Уже нет речи. Итак, Майкл Баффер готов огласить результат. У него уже записки судей, сведенные в счет в руках. Кто из них больше устал? Вот всегда братья так переживают друг за друга. По крайней мере, воду пьют наравне. То есть это в первую очередь говорит о том, что ну, на самом деле усталость накопилась и очень серьезно. Ну, темп боя был какой высокий, Андрей. Очень... Темп боя был высокий. И очень-очень сложный в тактическом плане бой. 40 лет все-таки в таком темпе боксировать. Отходя весь поединок, отходя назад, Кличко побеждал. Разум. Чесора. Ну, мне кажется, максимум того, что он мог сделать, он сделал. Я Чесора. Максимум, конечно. Ну, честно говоря, я представлял, что будет примерно так, но ждал немножко больше. 119. Неизменно. Ну да, рука, два раунда. Один судья всего два раунда отдал Чесоре. Действующему чемпиону Кличко. Объятий не будет, друзья. Объятий не будет. Чесора по-прежнему пытается сделать. Давай минут. Еще пару раундов, говорит Чесора. Нет смысла, говорит Кличко. Отвали, парень, хорош. Вот так закончился этот бой, да. Друзья. Как бы снова бой не начался, посмотрите-ка.
Чем-то он обидел Виталия. Ну, пора уже вмешаться команде Чесора и увести его с ринга. Все. Бой закончен, друзья. Да, как бы не начался бой снова. Ну. Да нет, нет. Ну, этот мальчик да. все прекрасно да. понимает. Зря он это затеял. Да, ну а немецкая публика приветствует своего любимца. 40 лет по-прежнему чемпион мира WBC Виталий Кличко. Поздравляем чемпиона. И на этом будем прощаться. Для вас работали редактор Владимир Елизаров, ваши комментаторы Андрей Шкаликов, Борис Скрипко. Держите удар, друзья, смотрите бокс, великолепный вид спорта, и все у вас в этой жизни будет замечательно. До свидания и до встречи. А он и так выглядел по чуть более уставшим, чем по крайней мере, Владимир, в перерыве до начала 8-го раунда он, в общем-то, выглядел не очень весело. Ну вот, давайте, показывают угол англичанина. Посмотрим, что здесь. Feststehen und den rechten schön reinhauen. Hast du rechten Cross wunderbar gebracht gehabt. Tiefer stehen. Но не сломлен, не сломлен Чесора. Такое впечатление, как будто он чего-то задумал. Знаете, вот, затаился перед да. последним каким-то прыжком. Он да? не выглядит таким потухшим, да? Да нет, нет, потухшим он не выглядит. Что-то в нем такое еще вот живет, горит. Надежда. Может быть, какой-то замысел. Потому что чего-то он еще обещал до боя сделать что-то, какие-то грязные штучки, такие неожиданные приемы. Ну, он не говорил, что он их будет делать. Но ожидать их от него можно. Да, 4 раунда, 2 трети поединка позади. Знаете, аккуратнее, аккуратнее я вот надо быть. Сейчас как бы заметил, проанализировав то, что мы смотрим, и себя лично, наверное, впервые я так болею за Кличко. Вот впервые за все его бои, сколько я их видел. Но вы знаете, надо Кличко вот сейчас уже несколько чего-то такого неожиданного ожидая от его соперника. Ну, соперник кое-что показал, этого нельзя отрицать. Но вот Виталию надо уже приступать, последние раунды сейчас пойдут, надо приступать к более решительным действиям, потому что просто выиграть этот бой, это можно сделать очень мало. Надо этого человека, конечно, наказать за все, что он сделал до того. Вы правильно сказали. Наверное, не боксер, а человек, потому что ну, боксеры крайне редко поступают, настоящие боксеры, а вот люди все разные, по сути своей, и нужно отвечать за свои поступки. Безусловно. Плохой. Правый прямой. Ну, пока еще не вкладывается все-таки Виталий в этот свой самый страшный удар. Такой правый, как бы сверху вниз. Это то ли берегет область, силы, то ли остерегается. Куда-то, да? Нет, он, бьет, вниз, он вот старается бить в челюсть, но, как говорится, удар может прилететь в разную часть головы. Просто он всегда, так как он выше ростом, всегда бьет сверху вниз. Сверху вниз, да. Но сейчас я заметил, он не так откровенно наносит этот удар. Может быть, еще экономит силы, может быть, остерегается. Потому что любой откровенно нанесенный удар, он несет за собой, ты теряешь контроль. Но в этом раунде Виталий взял, конечно, абсолютный реванш за ту предыдущую трехминутку. Ага, еще один не сильный. Такой правый. Удар как джеб примерно наносит. Почему не передний, а
сильнейшей рукой. Ну, прав был Владимир. Потому что нужно он чаще атаковать. Не двойкой, а прямо сразу да. справа. Нужно чаще атаковать все-таки таким полупрямым, полу снизу полубоковым. Таким косым ударом. Всегда нагибается, 40 всегда нагибается вниз, немножко уходя в сторону. Поэтому вот полубоковой, полуснизу такого, он как раз прилетит именно туда, куда нужно, если его чаще наносить. Да, но здесь нет пока такого разочарования. Теплица надежда в углу Чесоры. Но у него осталась только досрочная победа, других шансов нет. Но очень хочется, чтобы Виталий одержал досрочную победу. Вот да. что дело. Но, по крайней мере, мне бы лично хотелось, чтобы он показал более яркий, откровенный бой и показал себе, сопернику и всем остальным, что он мог или что он может сделать с тем бойцом, человеком, который так насолил ему до боя. Да, пожалуй, ну, не только... Но выносливый Чесора, конечно, держит хорошо удары. Не падал еще в своей недолгой карьере. Не только мы с вами, Борис, но, наверное, и... Все зрители в зале и телезрители около телеэкранов уже немножко заждались того чего-то более яркого, ну, что вот может сделать чемпион. Начало, вы знаете, где-то 4, 5, 6 раунды я уже видел, что вот-вот-вот должно начаться избиение. Но потом как-то вот отпустил он чуть-чуть соперника. А он, знаете, почему отпустил? Он никак не может остановиться, вот, он постоянно отступает. Но он, это обычно его манера, он удерживает. Андрей. Нет, он удерживает боксера. Он удерживает, но все время двигается. Да, рано или поздно назад, он останавливается, да, удерживает джебом, а потом вообще. Вот попал сейчас. Клинчи спасается англичанин. Все-таки Кличко пора уже удержать середину ринга. Так будет легче боксировать. Держа соперника на длинной руке, не отступая. Соперник сразу же начнет уставать. Мы уже отметили то, что Чесора может в очень высоком темпе проводить все 12 раундов. Но если у тебя ничего не получается, и ты пропускаешь удары, то рано или поздно силы заканчиваются. И ты открываешься. Твой соперник находит брешь в обороне. И тебе становится очень-очень хорошо. Вот выражение англичанина сейчас уже изменилось. Он усталость открыл чувствуется. Рот, да, он начал дышать ртом. Усталость накопилась. Тяжело, тяжело. И в таком состоянии ему очень сложно будет закончить бой досрочно. А ведь осталось чуть-чуть больше 2 раундов. Впереди нас ждут чемпионские раунды и здорово, еще один правый, Виталий. Точный удар, правый прямой. Да, был шанс пойти вперед, почему Кличко его не использовал. Соперник стоял практически спиной к нему. Да. Но, вы знаете, я вспоминаю предыдущие бои, все-таки... Яркий бой получается по сравнению с другими. Такой до сих пор какая-то вот, знаете, что-то висит такое очень такое тяжелое, еще не разрешенное над рингом. Я вспоминаю последний бой Виталия, да, против Томаша Адамика, который, конечно, я бы сказал так, уступает Чесоре. Как по-вашему? Конечно. Я вообще думаю, что Чесора один из самых сильных оппонентов Кличко за последнее время. Не считая Ленокса Льюиса, наверное, может быть, за всю карьеру даже. Ну да, вот давайте вспомним.
Ариола, Кевин Джонсон, Альберт Сосновский, Шеннон Брикс, Солис, который, в общем-то, ну, там, можно сказать, во втором раунде бой не состоялся фактически. После первого раунда все закончилось. И Томаш Адамик. Да-да, Чесора в этом ряду выглядит едва ли не лучшим. Да, чемпионские раунды нас ждут впереди. Знаете, но я... вы знаете, Андрей, извините, я вас перебью. Если бой пройдет всю дистанцию и Виталий выиграет по очкам, то Чесора наберет весты как боксер. То есть в его карьере он будет считаться опять-таки одним из таких претендентов, опять-таки. Самых стабильных оппонентов для самых сильных боксеров. Ну, может быть и так, можно и так сказать. Но он не выпадет из этой обоймы, о которой мы говорили, куда входит Хелениус, этот самый... То есть конкуренция за второе и третье место будет продолжаться. Да. Он останется в обойме. А это для него очень важно, потому что это будут бои, это будут деньги. Ага. Был удар в затылок. Да. Рефери сделал замечание. Что же, полтора раунда здорово. До конца боя. Снова попадает Виталий. Нет, ну, сомнений, конечно, в том, что чемпион выигрывает, причем с большим преимуществом ни у кого нет. Я бы максимум отдал всего лишь раунд Чесоре. Да, Чесоре. Из всех уже практически 11 проведенных трех минуток. Но, это именно тот восьмой, да? Наверное, да. Но Кличко, все-таки Кличко осторожничает. Осторожничает сейчас, когда бой заканчивается. Осталось чуть-чуть, уже немного до конца, 4 минуты всего. Можно как-то ярче и более откровенно атаковать или контратаковать. Ну, вы знаете, соперник раскрылся, понимаете? Андрей, но он в ринге, он чувствует соперника. Видимо, он чувствует какую-то еще опасность, которая от того. Ну, наверное, больше ответственность стороны, не выиграть так... нокаутами, доказать всем, а не проиграть. Правильно же? Да, безусловно. Не, случайно не проиграть. Вот в том-то и дело. Да, концовка предпоследнего раунда. И все-таки я, как и все, в ожидании чего-то более такого, ну что ли, яркого, значимого. Ну, очень хочется, конечно, вот такого жесткого ответа Чемберлену, да? Да. Парень часто нарушает правила, иногда и законы. А это вот Владимир Кличко пришел поговорить с командой Чесоры. Разобраться. Да. Интересно. Вообще, конечно, редко, когда бою предшествует вот столько событий различных. Ну, видно, о чем-то договорились. Дацит сказал сейчас Владимир. Как бы подвел итог беседы. Да. А, это Владимир пытается зайти в раздевалку к Чесоре, потому что вот здесь были официальные лица. Ну что тут происходит не то, Андрей? Проходит совещание. Обычно приходит супервайзер, приходит судья, они смотрят, там перчатки проверяют, все. А сейчас вот такая делегация пришла в раздевалку. Причем пришел и младший брат, как представитель команды Кличко. Интересно, о чем говорят сейчас люди? Ведь это происходит перед самым поединком. Да, это идет лайв, мы с вами смотрим.
Да, после коротких переговоров сейчас Владимир Кличко зашел в раздевалку. А, ну проверяет перчатки. Имеет право. Насколько они соответствуют требованиям. Как представитель команды, как близкий человек чемпиона, который будет защищать свой титул. Ну да, потому что после вчерашней выходки хулиганской, тут можно ожидать всего. Здесь надо быть начеку. С такими парнями, как Чесора, любая мелочь может быть решающей. А это раздевалка Виталия. Вообще, перед боем, естественно, заходит супервайзер или рефери и также точно смотрит перчатки и как боксера трепируют, то есть заклеивают ему руки. И вот расписывается, вы видите, уже. Да? Но, тем не менее, почему-то Владимир настоял посмотреть перчатки еще раз. Ну, наверное, был повод какой-то. Возникли, все, наверное, возможно, какие-то подозрения, как надо этого было боксера, исключить. Который так поступил на взвешивание, ну, никто от него этого не ожидал. Ожидал ли этого он от себя, интересно? Еще раз скажу, это Мюнхен, Олимпиахалле. Дерек Чесора. Молитва перед выходом не помешает. Ну что же, я очень надеюсь, что бой будет... Вы знаете, бой должен получиться... Один из самых интересных. Да, я вот тоже надеюсь. Который проводил Виталий в своей карьере. Потому что наконец-то вот мы реально видим в его претенденте такую определенную угрозу, силу, определенную характер, угрозу, да, и человек, какую-то который... интригу, может быть, слегка дурную, но тем не менее настоящую. А вот now, гость из-за океана, Майкл Баффер, друзья. Неувидаемый, не стареющий Майкл Баффер. Дерек Бильбо! Чесора! Итак, смотрим выход Дерека Чесоры. Как его уже не любят в Германии, мы слышим. Уже свист и такой негатив, негатив. Все видели. Что... Хотя английские болельщики, конечно, приехали, они здесь тоже есть. Но вы знаете, просто Чесора, он не самый, в общем-то, любимый, что ли, в Англии боксер. Тот же Дэвид Хей имеет гораздо больше своих почитателей, фан-клубов и прочего. Виталий, can you hear your time ticking away? Он все-таки не коренной англичанин, но он родился в Зимбабве, потом уже приехал в Англию и здесь делал свою боксерскую карьеру. Ну, его можно назвать таким а-ля Тайсон. Среднего роста, накачанный, довольно-таки, ну, почти 110 килограмм. И ни разу не проигравший досрочно, всего лишь, как мы сказали, два поражения, и причем очень спорно. Ну, одно точно не поражение. Если в бою с Тайсоном Фьюри он все-таки проиграл, и где-то судьи дали там разницу в 5-6 очков, с чем мы с вами тогда были согласны, Андрей, то, конечно, с Хелениусом бой он выиграл. Ну, и вот он, Дерек Чесора. Все-таки из всего пересказанного и увиденного до поединка мы можем только сказать одно, что ринг все покажет, как безусловно. Всегда. Безусловно, но вы начали с того, что у вас есть ощущение, что бой будет интересным, красивым. Вы знаете, у меня тоже. Потому что многие пеняют братья на то, что они проводят скучные бои. Но, во-первых, это во многом зависит от их соперников. Соперники ведь выходят и, ну, почувствовав, что ну, ничего не могут сделать, они сдаются как-то, сникают. Ну, а братья Кличко делают свое дело рационально. Тут ничего нельзя сказать. Знаете, в чем еще плюс Чесоры? В том, что он может проводить весь поединок в очень высоком темпе. Да. И вот с Хелениусом как раз, видите, двухметровый спортсмен, и Чесора провел в очень высоком темпе свой поединок. И, на мой взгляд, здесь самое главное будет зависеть не от темпа на протяжении всего поединка, а от начала боя, от первых двух, трех или даже четырех раундов. Вы знаете, насколько, Андрей, себе ярко заявит Чесора вот, да, именно в начале, а потом дальше будет видно. Согласен абсолютно. И вот ваши слова подтверждают то, что в интернете
вчера было опубликовано. Такой, вы знаете, виртуальный бой был. Одна из компьютерных фирм сделала виртуальный бой. Заложили как бы все данные того и другого боксера. Рост, вес, манеру и прочее, прочее. И получилось, что... Я посмотрел этот ролик, очень интересно. И получилось, что во втором раунде Чесора послал ударом в печень в нокдаун Виталия. Но Виталий быстро оправился. В этом же раунде отправил в нокдаун Чесору. И спустя там несколько, сколько там, 10 или 15 секунд последовал уже нокаут. Так все дело вот в этой компьютерной версии. Все было очень красиво, очень динамично, очень интригующе. Это но все закончилось. Англичане или немцы? Это какая-то компьютерная фирма, я не буду сейчас оглашать. Наверное, английская, скорее всего. Нет, но закончилось все во втором раунде в пользу Виталия Кличко. А, значит, немецкая. Итак, давайте смотреть. Как всегда, колокол, на котором выбиты буквы. Кличко и выход чемпиона. Это всегда очень здорово, Чесора. Всегда очень красиво. Духазди Кличкос Белядец. Вот так вот. Да, такого я еще не видел. Понял, ты жертва Кличко. На самом деле такого я еще не видел, что били колокола. Нет, это было уже. С Томашем Адамиком, ну... вспомните, вы комментировали. Но там было все в Кёльне, и тогда он поднимался по лестнице Кёльнского собора и тоже говорил по-немецки. Yes, it's Zeit zu kämpfen. Ну вот, видите, да, как красочно оформлен выход в ринг. И фрагменты боев Виталия. Да, не листаются страницы спортивной жизни Виталия. Время для следующего нокаута, сказал чемпион. Да, можно долго говорить о... Знаете, очень часто меня вот любители бокса спрашивают, а почему кто откровенно интересуется этим видом спорта, или кто лишь отчасти знает такую Кличко и пару раз увидев его в ринге, почему Кличко так низко опускает руки во время боя? Неужели он не боится? Но... Кстати, этого не делает абсолютно его брат. И практически ни один другой боксер. Так вот, супруга Виталия. Самое главное, это все-таки показатель. Это победа в бою. Неважно, как боксер держит руки, самое главное, что он побеждает. И побеждает очень ярко, откровенно. Послушайте зал, друзья. Послушайте зал. Вот это популярность, это любовь. Ну, а звучит любимая группа ICDC. Любимая группа Виталия Кличко. Да, настоящий праздник сейчас творится в Мюнхенском дворце спорта, в самом большом, самом красивом, который заполнен, повторяемся, до последнего свободного места. Братья прекрасно понимают, вот всю... Опа, начинается. Да, вот здесь, это накал. Вот здесь уже Кличко готов. Здесь он не на взвешивании. Совершенно другое выражение лица. Там он не ожидал этого. Но Чесора опять пытается вывести его из себя. Посмотрите. Спрятав лицо за маской. Вот сейчас, когда они уже скинут халаты и вместе с рефери выйдут в центр ринга и должны будут пожать друг другу руки, посмотрев в глаза. Тренер понимает, что от своего подопечного можно ждать любой подлянки, поэтому он встал между ними. Ну, Майкл Баффер получает какие-то указания, и сейчас будет все продолжено. Любым способом призывает к тишине зал. Да, любым способом Чесора пытается вывести из себя Виталия. Гимны, поэтому нужна тишина.
Ну, а сейчас прозвучит гимн Украины. Так прозвучали гимны, вы видели, друзья, какие сосредоточенные, как настроены оба брата на этот поединок. А братья — это единое целое. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, willkommen, welcome to Olympia Halle, Munich, Germany. Приглашает всех в Олимпиахале. Ринг-анонсер Майкл Баффер. Посмотрите, какая толчья в ринге. И все это через 40. Ему все мешают в ринге. Он рвется в бой. Еще раз скажу, 28 лет этому боксеру. Буквально за полтора года последний, даже меньше, за год, наверное, он взлетел на самый верх. И достиг, вот, в общем-то, пика пока своей карьеры. Удержится он или с позором скатится с вершины, это мы с вами сейчас посмотрим. Нам представляют боковых судей. Италия, Венгрия и главный рефери из Италии Гвидо Кавальери. Вы знаете, несмотря на то, что Чесора проиграл последний бой Хелениусу, все-таки он выходит на бой за звание чемпиона мира. Как, наверное, причем официальный претендент. Ну, вы знаете, потому что всех таких более-менее близких, да, по рейтингу, да. Братья уже побили, а Чесора, он, по-моему, сейчас, если я не ошибаюсь, 15 или 17 в рейтинге бокс-река, да, например, всего лишь. Но именно он является сейчас действительно тем боксером, который хоть что-то, есть какие-то шансы противопоставить что-то Виталию Кличко. Вот, как я уже говорил, 17 боев, 15 побед, 9 нокаутов. Немного, немного. Да вообще... Немного, всего 17 боев на профессиональном ринге. Против 45 у его соперника. В 2007 году Чесора начал свою профессиональную карьеру. Ну а у Виталия все это было аж в 1996-м. 40 нокаутов из 45 и 43 побед. Причем одно поражение из этих двух — это в бою против Льюиса, когда бой был остановлен из-за травмы, из-за рассечения, а до этого, после 6 раундов, со счетом 4-2 у судей вел именно Виталий. Доктор! И послушайте зал, друзья. Вам все понятно? Какая поддержка будет у чемпиона? Мне кажется, больше злости и негодования у Владимира. Он бы сейчас, он готов сам разорвать, перчатки, как... да, и вышел в ринг. Чесора. Можно ждать сейчас в самом начале любых провокаций со стороны Чесоры. Надо быть датчику. Зря Чесора все-таки так вот как-то нагло говорил вначале в прессе, а потом... Да, вел себя так нагло и на взвешивании, что он сделал. Он как-то против себя поставил весь... Посмотрите, посмотрите, что он сделал Владимиру Кличко. Да, вытерпел опять же Владимир, но сейчас
А сейчас... Это нам сразу не показали, представляете? А это было. Вот сейчас в записи нам дали. Буквально несколько секунд назад. Ну что за это надо делать с человеком, а? Да. Да, ну вы знаете... Желваки вот прям все это, шевелятся. Все это превратило это шоу вообще какое-то в сверх, что ли. В войну в какую-то. Такого я уже давно не видел. Такую настоящую агрессию, да, слишком уж перегнул все планки Дерек Чесора, нагрубив откровенно и тому, и другому брату, младшему-то брату за что? Потому что он всего лишь брат, он же не выходит драться с ним в ринг. Итак. Ну давайте смотреть очень внимательно. Начало боя очень много покажет нам. Чесора, вы видите, работает корпусом, пытается подойти на свою удобную, естественно, ближнюю дистанцию. Виталию главное держать его, не подпускать близко. Потому что он может ударить, удар у него есть, и он может ударить в туловище очень даже не слабо. Этого надо опасаться обязательно. Вот насколько будет точна и насколько уверенно своей передней левой рукой будет действовать Виталий, от этого очень много зависит. Он заводит, посмотрите-ка, заводит с самого начала. Очень плохо. Он пытается вывести его сразу на самые активные действия, чтобы Кличко допустил ошибку. Но мы уже не раз говорили, уже много-много раз видели, что... Виталий все понимает. Виталий один из самых стабильных боксеров, супертяжеловесов за всю историю бокса. Он все реально понимает, все знает. И здесь для него главное доказать, что он самый сильный. И по возможности доказать это все ярко и вот очень, уже два очень раза красиво. Он попал. Ну, опасный сейчас был правый боковой со стороны англичанина. Но он не дошел до цели. Ну, знаете, ну, так скользящий. Я вот вижу, мало... Нет, опасность есть, безусловно. Мало кто из оппонентов наносил такие удары. Это всего лишь начало поединка. Я сейчас, знаете, вспомнил бой с кубинцем Солисом, когда тот... В третьем, что ли, раунде, это да, был один из самых, кто на тот момент сильных оппонентов. И Солис тоже вот, так начал, бой. И тогда так, некоторая, знаете, так опасность почувствовалась, она как бы повисла в воздухе, но дальше этого дела не пошло. Хорошо посмотрим, изучил Кличко движение своего соперника. Он видит все эти очень опасные боковые с правой. И левая рука работает четко. Ну, вы знаете, несмотря на разницу в росте и практически ну, минимальную разницу в весе, ну, 1 килограмм. Длина руки у Кличко намного больше. Я думаю, что сантиметров на 10, а то и 12-13. Это говорит о том, что он спокойно может контролировать бой на удобной для себя дистанции. Не подпуская 15 соперника. Сантиметров разница, Андрей. Сейчас посмотрим. 15 сантиметров. 13 в росте и 15 в длине рук. И несмотря на свой высокий рост, как правило, высокие спортсмены вообще и люди, они не такие уж и быстрые. А в скорости Кличко нисколько не уступает Чесоре. Даже, наверное, Чесора уступает Кличко. Закончен первый раунд. Интересно. Klappt wunderbar mit der linken von unten. Störchen. Der rechte Aufwärtshaken in die Mitte hoch. Das klappt. Und mit Wissen erwischen. Nicht mit Gewalt den rechten Crossschlag. Er muss nur schnell kommen. Hat schon ein paar Mal gut erwischt. Aufpassen auf seine lange Hand. Immer wieder weg sein. Мы смотрим замедленный повтор моментов первого раунда. Вот этот боковой удар, да, он опасный, шальной такой. И он отработан, в общем-то, честно. Конечно. Вы знаете, за тот короткий промежуток времени, когда боксеры договорились о бое, конечно же, сложно было изучить друг друга. Скорее всего, сложнее было изучить Кличко Чесору, потому что он его практически-то и не знал. На тот момент. А знаете, что заявил? Извините, Андрей. А вот как раз Чесора знал Кличко давно. Чесора заявил, что я не смотрел ни одного боя Кличко. Мне это не надо. Официально он заявил, это пресса. Мне не надо. Я знаю, что они ничего не умеют. Они ничего в ринге не делают. Все сделаю я.
Да. Да. Тем более интрига еще больше. Нет, но я думаю, что это правда. Конечно, смотрел. Чем-то Чесора напоминает молодого Фрейзера. Ну, это большой аванс вы ему дали. Так, такие же движения вот руками, посмотрите. Да, как-то он так вот нестандартно держит руки, защищаясь локтями и подныривая, постоянно подныривая под боковые удары, даже под прямые соперника. Ну, и Юрки довольно-таки... Юрки малый. Знаете, а нет, но все это мы он почему-то, перед всем миром поставил себя таким нехорошим мальчиком, что ли. Да, плохим мальчиком. Плохим да. мальчиком, это да. амплуа, и он как бы отвернул от себя 90% или даже 95% любителей бокса, надеясь на победу в этом бою. Правильно, Андрей, но это тоже известность, понимаете? Скандал. Это пиар. И Чесора это понимает прекрасно. Это, знаете, на самом деле неплохой пиар, но самое-то главное, как этот пиар будет выглядеть после боя. Самое главное, что будет вот здесь, в ринге. Поэтому давайте смотреть внимательно. Ну, пока еще не было точных ударов. Ну вот, мы уже видим, да, примерно, что хочет сделать Чесора. Подойти на ближнюю дистанцию и либо боковым таким размашистым ударом. У него это получается, посмотрите-ка. Время от времени получается, но удар пока еще не ложится в цель. Он избрал такую технику или тактику, похожую на Фрейзера. И каким-то образом, вероятно, просчитали тренеры или он сам. Андрей, что... а что ему еще делать? Он уступает в габаритах, в длине рук 15 Фрейзер сантиметров. Фрейзер мог уже подходить к Мохаммеду Али, все-таки мог подходить. И удачно причем. Ну, давайте вспомним, как Тайсон подходил к любым своим соперникам, Ну, вот да, сейчас пропускает пропустил. Чесора удар. Как радуются и зрители одному удару. Клитчко, посмотрите. Там какая-то болельщица с флагами в руках. Посмотрите, неистовствует просто. С украинскими, причем, флажками. Подходит к концу второй раунд. Преимущество Кличко начинает сказываться. Так очень методично Кличко обрабатывает своего соперника. Вот, знаете, удивительно то, что он не стал спешить вообще. Вообще не стал спешить в начале этого боя, четко показав себя. Ну, этот раунд уже поярче был в исполнении чемпиона. Nach. Du stehst ein bisschen tiefer stehen, dass ein bisschen mehr Druck in der rechten Hand drin ist. Hast du ein paar Mal so gut getroffen. Linke von unten klappt wunderbar. Schön zurück, vorbei und dann die rechte raufdrücken. Richtig von reinziehen. Beziehungsweise den rechten Aufwärts haben. Tempo ist okay. Du musst ein bisschen rausnehmen, musst dir so ein hohes Tempo mitgehen. Lass ihn sich leer tun. Mund auf. Immer wieder bewegen, provozieren, weg sein, dass er vorbeischaut und dann konterst du. Nicht mit und gar nicht rausrennen. Er kommt, er macht das. Ну, Фриц Дуне дает какие-то указания. Всегда есть что сказать подопечному. И мы сейчас с вами будем смотреть третий раунд. Die linke trifft von unten wunderbar. Rechte Kreuz auch. Und jetzt mal genau in der Mitte hochziehen, in der Mitte. Und die ansetzen, dass er genau hinkommt. Так, третий раунд. Начался. Ну, на мой взгляд, первые два раунда прошли с минимальным, с очень минимальным преимуществом украинского боксера. Нет, ну на повторах было видно, там две хорошие атаки летали. Ну, вот буквально две. Неплохо, неплохо махал Чесора кулаками, но... Ну, именно махал, до цели они доходили. Пока. Будем надеяться, что не дойдут. Ну, не открылся еще ни тот, ни другой боксер. Все самое главное, они выложили где-то ближе к середине, я вижу. Но очень важно, что вот этот гнев, ярость не застила глаза Виталию. Ну а и все-таки после таких заявлений выдерживает, да, выдерживает тот рисунок, английского который... спортсмена, он не должен ударить грязь лицом в самом начале, поэтому он
Неплохо, неплохо. Он решил, видно, выдержать небольшую паузу, а потом уже начинать. Ну, немножко все-таки привыкнув к сопернику. Нет, Виталий все время так делает. Он никогда не начинает галопом. Он где-то неплохо, 4, а то и 5 раундов. Апперкот. Он держит соперника на своей передней руке, причем довольно мощной. Разбивает методично вот джебом его защиту, а потом приступает к главным действиям. Наверное, все это мы увидим и сейчас. Сейчас Чесора, как и все предыдущие оппоненты Кличко, натыкаются на непроходимую стену. И вот это начнет его сейчас заводить. Он начнет терять сейчас самообладание. Тратить силы. И тратить силы. И делать ошибки. Самое главное, ну, немножко забегая вперед, самое главное, он должен сделать так, чтобы не выглядеть как бы жалким уже в окончании боя. Боксер, который ничего не может сделать. Вот просто ничего. Так ярко заявив до боя о своей победе. Ну, все они такие. Почти все оппоненты. Здорово. Ну, по большому счету, они ничего не теряют, только приобретают. Даже вот с такими скандалами. Ну, посмотрите, какой интерес поднял к этому бою Чесора, да? Какой гнев вызвал на себя. Гнев, вот именно. Ну, его после этого долго еще будут помнить. И деньги он получит, очень, я вам скажу, приличные. А это ли не главный для него итог? Он не получит таких денег никогда, наверное, в жизни больше. Даже если станет когда-нибудь чемпионом мира. Закончился раунд. Махнул сейчас мимо англичанин. И вот, знаете, вот эти его попытки неудачных атак, которые уже одна на другую начинают накладываться, должны как-то на него действовать уже в психологическом плане. Должны начать. Давайте смотреть. Снизу прекрасный удар. Вот этот точный удар. Наверное, пока самый точный. Вот в той компьютерной игре, про которую я говорил, в той инсталляции, вы знаете, вот этот удар и привел к первому нокдауну. Но здесь Чесора устоял в реальном бою. Ну, вероятно, Чесора посмотрел эту компьютерную графику и был готов к нанесению этого опасного удара. Давайте послушаем. Владимир, что ты говоришь? Immer wieder provoziert, dass er reinkommt, dass du ihn abfangen kannst. Mit dem Aufwärtshaken. Es klappt hundertprozentig. Richtig verstehen. Ну, все спокойно, посмотрите. Абсолютно спокойно. Никакого напряга. Четвертый раунд. Мне кажется, если не в этом, то в следующем раунде Кличко пойдет вперед. Он начнет давить. Как он всегда это делает уже в последних раундах. Ну да, где-то после четвертого-пятого раунда он начинает. Да, он еще немного все-таки удержит свою дистанцию. Длинным джебом, встречая правой прямой, правой снизу. Ему, ну, самое главное, как всегда, остановить соперника, остановить его, как бы приучить тому, что боксер натыкается на все его каждый раз удары, а потом как уже стену лбом, да. Потом уже искать место, искать тот удар, ту комбинацию, тот прием, который разрушит всю защиту соперника и, возможно, отправит его в нокаут. Чесора, конечно, терпеливый парень, физически сильный, но уже пропускал довольно много. Да, пусть эти удары не самые сильные или самые точные, тем не менее, Кличко ведет. Да, ведет же условно. Нет, и действительно уже много ударов пропустил Чесора, вы знаете, это же будет сказываться. Вот, правый, все-таки правый снизу очень неплохой. И я слышал в перерыве, Владимир, брат, подсказал ему. Покажи левый. Да, покажи левый, атакуй право снизу. Совершенно правильно. Потому что боксер ниже ростом, он очень часто наклоняется вниз. Вот видите, на первое же движение он прямо опускается вниз. И здесь нужно таким полубоковым, полуснизу, прям как косой его
доставать именно вот подбородок. Да. Точный правый прямой. Да, попытка Чесоры была атаковать опять боковым ударом. Ничего не вышло. Да, все плотнее и плотнее действует Виталий, несмотря на то, что он отступает. Как-то выбрал для себя такую территорию около середины ринга. Отчаянно пытался атаковать Чесора под конец раунда. И очень отчаянно кричали его секунданты. Но все прошло гладко для украинца. И вот еще один удар точно ложится в цель. Еще один хороший раунд в исполнении чемпиона мы с вами посмотрели. Ihn leer laufen lassen. Hast du gesehen, den linken Haken hast du weggehen lassen und sofort drüber gehauen. Du musst noch ein bisschen tiefer stehen, dann hast du noch mehr Druck drin. Und nicht reintreten wollen mit der rechten Hand, dass du fest auf dem Bein stehst. Immer wieder das provozieren, dass du im Körper, wenn du siehst, vorbeischlagen lässt und dann gehst du gegen. Вот вы видите момент, когда Чесора на прыжке пытался атаковать. Тут же получил правый навстречу. И еще одна попытка. И снова Виталий был на высоте. Ну, назрела ситуация, на самом деле. Сейчас что-то начнет происходить. Посмотрите на Чесору, куда делась вся его бравада. Кличко выдержал вот эти раунды, именно ту свою тактику, которую должен был выдержать. Не знаю, пойдет ли он вперед и будет ли более активен или откровенен в бою. Но Чесоре ничего не остается, как кинуться вперед. Потому что он проиграл 4 раунда, и что ему делать? Ему нужно идти, по крайней мере, те 4 раунда опять же снова выиграть. И дальше уже пойдут чемпионские раунды. Ну как это сделать, как их выиграть, Андрей? И вот тут Кличко должен поймать своего соперника на сильный удар. Все чаще и чаще удары приходится, пусть даже и в защиту, тем не менее, в супертяжелом весе это очень тяжелый удар. Потом Виталий очень четко чувствует вот тот момент, ту грань, когда соперник, как бы, знаете, как яблоко созревшее, готовое упасть уже с ветки. И вот тут-то он и ставит, как правило, точку. На пределе отчаяния сейчас работает Чесора. Да, он стал намного медленнее, посмотрите-ка. Конечно. Если он в первом-втором раунде махал такими опасными ударами, и то, которые Кличко видел и успевал уходить, то да, сейчас удары подставить, а сейчас, Чесоры да. стали еще более медленные. Виталий контролирует весь бой, даже кажется, не поднимая руки скоро вверх. Скоро должно начаться жестокое избиение. Изматывает передвижениями Кличко соперника. Кстати, он вот такой манерой ведения боя ставит в тупик соперника. Причем все же знают. Вроде эту бы манеру. Ничего не делает. И тем не менее соперник проигрывает. И все его оппоненты знают это прекрасно. Из, как бы изучив до боя. Да, и как да, бы громко-громко накричав примерно того же, что и предыдущие его соперники. И в итоге получается примерно одно и то же. Да, в эту же ловушку. Ну вот мы слышим уже зал. Скандирует. Сейчас зал уже приглашает Кличко пойти вперед. Все понимают, как мы, как наши телезрители, что назревает сейчас самое интересное в бою. Ну, обычно Кличко начинает где-то уже после середины
поединка. Ну, немного свои осталось. Активные действия. Осталось немного, на самом деле. Это зависит не от количества проведенных минут или раундов. Кидается времени, отчаянно, Чесора кидается вперед. От того, насколько боксер будет готов. Готов к избиению. Кличко очень четко это чувствует. Закончился пятый раунд. Великолепный план показывают нам немецкие телевизионщики. Угол Чесоры. Давайте посмотрим. Дон Чарльз пытается все-таки внести коррективы в действия своего подопечного. Насколько это возможно? А мы смотрим повторы. Вот эти попытки атаковать Чесоры. Каждый раз. А вот здесь прошел. Ну, правда, смазанный удар был такой. Нечеткий, но надо быть на чеку. Опасный. Опасный, опасный, безусловно. Вы знаете еще, что меня всегда покоряет? Вот Виталий особенно. Все-таки 40 лет человек. Да. Он выходит на бои всегда в предельной форме. Вот, особенно после перерыва, после того, как он вернулся, да? Он стал лучше. Почти 4 года. Многие это отметили, он стал мы лучше, сами тоже. Да. Все так эта форма, этот пик не проходит уже какое время? Уже долго. Да. И чемпионский титул удерживается. Нет, но какой высокий профессионализм, да, что с любым соперником он выходит всегда в максимальной, наилучшей форме. Не бывает такого, чтобы он был чуть-чуть не готов к бою, что-то не так. Кстати, это и славянский талант, и, наверное, немецкая стабильность, и отчасти американская фантазия. Здесь все вместе. Получилось, в идеале получилось то, что мы видим. Осторожнее, так. Осторожнее. Вот эти удары. Уже уместится, и тут другой спортсмен атакует. Ага. Надо останавливать Чесору. Не надо ему давать вот возможность почувствовать какую-то, понимаете? Ну, Кличко пытается все-таки сделать так, чтобы Чесора намахался. И вот, наконец-то, Чесора пошел уже вперед не просто так вот, как бы шаг за шагом, подходя без ударов, а уже хорошо, сейчас более он, ну, много стал атаковать. Ну вот, естественно, бой, он тратит силы. Так, на встречных курсах пошел более-менее. Но все равно Чесора, понимаете, он-то парень, как говорится, такой духовитый. Ему нельзя вот давать возможности почувствовать. Разойтись, что он что-то может. Его нужно постоянно останавливать, и умеет делать Кличко. Сейчас обменялись боксеры ударами. Ну, знаете, плюс Кличко в том, что несмотря на свой высокий рост, и вроде бы ему подчас неудобно в какой-то ситуации находиться, он умеет завязать соперника. Причем не клинчем, а каким-то таким неловким для соперника движением, плечом, рукой, или подчас неожиданно уйти за плечо. Соперник снова тратит силы, снова разворачивается, подходит и не может никак поймать свою дистанцию и нанести уже точный акцентированный удар. Нет, реакция, чувствительность у Виталия, конечно, очень высокие. Потому что вот эти опущенные руки, работа вторым номером, при этом необходимы вот эти качества, просто необходимы. Знаете, у него развито не только чувство дистанции, а очень хорошо развито игровое мышление. Он предугадывает интеллект, за какую-то секунду или две, что произойдет сейчас. И поэтому он не перестает повторять, что бокс – это сродни шахматам. Я почему-то уверен, что Виталий занимается не только боксом, но и разными видами спорта. И, наверное, прекрасно играет в баскетбол, футбол и все остальные. По-другому не станешь таким координированным, очень сильным спортсменом, бойцом. You're in this fight, yeah? But you're letting him control the pace, which is exactly what we don't want. Yeah? Are you listening to me? You need to put calculated pressure, like we said, on this guy. Zeit nehmen kannst und schnell zurück und dann sofort die rechte rein. Das Oversagen oder sowas. Aber tiefer ansetzen, nicht, dass du oben drüber schießt. Und fest stehen bleiben. Verstehst du?
Половина боя за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета позади. Виталий Тычко отстаивает свой пояс чемпиона в бою против англичанина Дерека Чисоры. Бой проходит с преимуществом чемпиона. Мы видим угол претендента. Тяжело ему приходится. Шансы, конечно, еще остаются. Он попытается, я уверен, использовать их максимально. Но этих шансов становится все меньше, меньше и меньше с каждым раундом. Ну что же, пока. Претендент идет вперед, яростно, отчаянно. Ему, собственно, уже ничего не остается делать. Пока претендент ответил легкими тумаками в половине этого поединка за сказанные слова и... За те оскорбления, действия, он нанес, те оскорбления, да, себе и брату Владимиру. Дальше будет только по нарастающей, я уверен, потому что, несмотря на всю свою сдержанность, Кличко все-таки великий как боец. Как спокойно, посмотрите, он отражает сейчас боковые удары. Великий боец, да? И у него, как у любого человека, есть человеческая злость. Он помнит, и он отомстит все равно. Да, но надо держать себя в узде. Да, но, как мы уже говорили, Чесор отличается тем, что он может целый бой проводить в высоком темпе, что он сейчас и пытается делать. Знаете, уже давным-давно другого бы спортсмена Кличко остановил. А этот боксер идет и идет вперед. Натыкаясь на удары, пропуская подчас такой средней тяжести панч, тем не менее, он идет. И, в общем-то, угрожает. Угрожает, но ему тяжелее, все тяжелее становится. Хотя пока вероятность удара еще сохраняется. Но мне понравилось, как вот в начале этого раунда, когда Чесоров вот такую яростную атаку пошел, как спокойно и четко закрывался от боковых ударов Виталий, да? Он даже не смотрел, как бы смотрел в другую сторону. Особенно в начале боя меня удивило. И поднимал руку все время к голове, то правую, то левую. И такой четкий блок получается. Пошел вперед, посмотрите, впервые, наверное, пошел вперед Кличко. Я только подумал о том, что пора ему что-то уже предпринимать. Да, бесспорно он побеждает, но это слишком пассивная такая победа. И, мне он нравится. Наверное, соперник почти готов к тому, что Кличко будет делать более что-то такое динамичное и действенное. Ну вот, такие первые, пока еще не сильные атаки или контратаки чемпиона. Такие небольшие серии выдал чемпион, да. Все-таки привыкли оба боксера к этому бою, да. Я реально вижу... Вот сейчас неплохо. Еще раз. Попал. Я реально вижу, что Кличко может достать своего соперника, и причем достать сильным ударом, что он сейчас и вот начинается, мне кажется. Да, пришло время. А дело подходит к восьмому раунду, о котором так много говорил Чесора, что в восьмом все закончится в его пользу. Сейчас секунданты должны напомнить ему. Помнишь, ты говорил это? Хороший раунд провел чемпион, несмотря на яростные атаки Чесоры в самом начале. Он сумел с середины раунда снова, вот вы видите эту атаку претендента, но с середины раунда Кличко сумел поставить опять соперника на место, провел несколько очень впечатляющих таких атаки. Два раза правый прямой, вот вы видите его, ложился в цель. И снова. Да. Пусть удар это был без замаха, но очень точно. Ну что, восьмой раунд. Чесора обещал нокаут. 110,5 килограмм. Чесора обещал нокаут в этом раунде. Посмотрим. Ну, по крайней мере, так насолив чемпиону за день до боя и его брату перед самим поединком. Посмотрите, вот он пытается ответить за свои действия и те слова, которые он сказал. Okay.
Знаете, наверное, окончание этого боя будет чем-то отличаться от тех предыдущих боев, когда подчас соперники сами сдавались, и все. Кличко здесь должен поставить какую-то такую твердую точку или большой восклицательный знак. Не, ну уже много пропущенных ударов Чесора, да? Сколько он их будет терпеть? Ведь все это накапливается. Какая бы крепкая ни была голова и челюсть, все-таки предел всегда есть. Да, но сильных ударов пока таких страшных сил он еще не пропускал. Поэтому... Но если был бы удар страшной силы, он бы упал. Он уже лежал давно. Так вот, он еще не пропускал. И по большому счету терпеть-то, ну, конечно, было чего, но эти удары можно вытерпеть. Но их много. Ага, и вот обменялись. Снова. Знаете, несмотря на то, что Чесора намного ниже ростом, руки-то у него длинные. Или он так грамотно подходит к сопернику, что... Он подходит, он умеет подходить. Ну, а иначе бы ему нечего было делать вообще. Он вспомнил, что в 8-м раунде он обещал нокаут. И знаете, наверное, этот раунд он побеждает. Ну, пока еще больше минуты. Да, еще больше минуты до конца 8-го раунда. Немножко отпустил Виталий. Ну вот сейчас неплохо. Концовочку надо эту минуту выдать. И зал поддерживает Виталия. Но, вы знаете, хороший бой получился, да? Ну, да. 7 раундов бесспорно Кличко выиграл. 8-й раунд спорный. Даже, наверное, Чесора, он намного активнее, во-первых. И, наверное, ударов-то он нанес больше, по крайней мере, в защиту соперника. ...25 секунд до конца 8-го раунда. Мне представляется, что претендент уже не сможет нокаутировать чемпиона, как он обещал до боя. И бой продлится дальше. Там-то ему будет посложнее. Он очень немало сил оставил в этом раунде. Раунде, да.